А почем левые сверла ваши? Вот это, да? Все левое. Почти все. $10 Можете дать на $10 Да. Ну, даже сдачи даете. Ничего себе. И почем ваш текстолит? Эбонит? А почем эбонит? Сколько? 50. Такой маленький 50. Да не, на 50 он не тянет. Абрикосы почем ваши? Абрикосы? По 15. По 15? Да. Червивые, нет? Алмазные, ничего себе. Себе чего сказал я себе. А фрезы почем ваши? 30. 0,2. Ролики. 0,2. А плашечки на сколько у вас? Плашки? Да. Там, по-моему, 6-5. Смотрите. А почем плашечки? Какие-нибудь мы сейчас посмотрим. По 5, да? Так, раз, два, три. 4 штучки беру. И еще не все, да? А эти почем? По 50. По 50, так дорого. Почем железяки, хозяин? Долго думаете? Что, что? Я спрашиваю, почем? А я ничего не сказал. 15 гривен. 15 гривен, да? А маленькие? 10. Маленькие по 10, да? 18. Вон не свет. Углекислота. А там есть что-то или пусто? Вот это все. Да? Только он упор стоит специально. Вот. Пустой, да? Він, конечно, пустой. Да не, щоб подышати для кислоти було. Ну, це таке. Не, пустой, пустой. Это кому надо, это ж не то, що мені він не надо. Ну, неизвестно. Щоб знати, що в нього кислород можна закачати. Ну так можна помить, почистити, поцікавитись, а що? А туди кислород додати. Так де ж його взяти того кислороду, це ж треба на кислородний завод їхати. Ну так, а якщо зовсім немає, так треба новий купляти десь. Ну, да. Это уже готово. И сколько такой стоит? 200. 200 гривен? Дешево. Ну, то это ж раз, на это купил, да и ты, да и пользуйся. Шапочка классная. Что для вас? Мне шапочка понравилась. А что это у вас такое? Вот это? Мельница такая. А ты меня, я вон положил, не могу понять, для чего оно нужно. Вы
брошу туда, не поможет. Вчера я борщатку хорошую продал. Куда его можно применить? А, так это поставь, я думал, там что-то в середине есть. Ничего. Куда применить? Можно подарить хорошему человеку, например. А где же вы найдете сейчас человека? Ну, что, смотри, где этот хороший человек. Это все или еще есть? Не поняла. Это все или есть еще? Нет, то, что мы не дали, а что есть, что нема, не знаю. Это все. Это сосед. Сосед, да? Настройка работает. Я говорю, сосед на стройке работает. Не знаю, дорогенький. Він уже в возрасте такий дідуля, але, конечно, десь, мабуть, хтось йому чи дає, чи де він бере. А отказать я йому не можу. А почему такие вот? Это эти, как они? Да, почем? По 5 гривен. По пятерочке? Да. Да чтоб не ржавенький. Ну, це все, ну так це ж все, понимаете, советский. Советский. Да под дождь не попал. Китай. Це батько работав токарем. Батько, да? Покойний, да, вже нема. А, покойний, видите, все токаря умирают почему-то. Я вовремя ушел. Ну как? С токарки. Пришло его время, ты ушел. Да. Блестящих нема. Вот такие деньги. 50, сейчас, сейчас. 40. Ага. 5. Да? Ага, користуйте ще довго-довго. Та що ж користую? А для чого вони, кстати? Це ж ну, батько токарем працює. Це ж так, для токарного станка надо. Для токарного, понял. Заточний станочок. Времен соціалізму, так? Да? Знаємо таке. І почем? 550. 550, да? У него обороты какие? А? Обороты какие у него? Там есть. Да не, я думаю, вы знаете, да? Да вот где тут очки есть. Одевать надо смотреть. Да я прочитал. Это вот еще фрезы можно вот. Да. Да, я использовал фрезу. Советский комплект еще у вас, я смотрю. 2800. Нет, 2800 это маловато для такого. Маловато, по-моему, больше. Тут, по-моему, должно быть больше. А тут не написано. Там уже написано где-то. Да это же очки надо одевать. 2800. А, 2800, да. 220 герц, 320. Да, нет, маловато. 40 рублей. Мужчина, это розетки. Знаешь, что за розетки? Это киевские розетки, батонные контакты. Киевские, да? Любая туда вилка, 20 гривен. Мы сейчас их в Прибалтику даем, в Литву даем. Это мировые розетки. А китайских нету? А, 20 гривен. Китайских нету? Нет, китайские я не продаю. Да я можу скрутить и показать, что это за розетка. Там латунный контакт. А такой, чтобы далеко стрелял, нет? Это автомат калашников? Да нет, большой, в чемодане. Это немцы еще. Ну немцы, понятно, да. Что ну, разогревают? Все, хаванину. Да, консервную банку, в смысле. Не, ну под котелок оно должно быть немножко другого размера. А, керосинка. Не, я думал, тут как-то иначе сделано. Ну-ка. Да, немцы толк в технике знали. И что такое котелок стоит? Полчаса ну, да. Горит. Стакан бензина, полчаса горит. Покоцано, полкоша. Полкоша покоцано. А что стоит? Я вместе с автобусом продаю, а это в автобусе. А, понял. Продаю за 500 гривен. Всего-то полштуки, блин, да вообще фантастика. И торговаться, блин, стыдно. Да. 500 гривен. Работает, я по командировке, я шофером работал, по командировке. Да. То, что надо. И сколько лет после войны, Паша? Не работает, там не написано, да. Берлин, что такое хуево. Люблю порыться в таких корьёбочках.
А деда нету, да? По 15, по 10. А дед куда, за пивом пошел? Или в сортир. Что-то они все сегодня куда-то уходят. Да. Почем они? По 10. Ну дайте одну пару. Смотри, Ромка, я хочу сегодня мотануться в этот самый космос. Ой, не космос, а... Добрый день. Да, почем ты хочешь? 100 гривен. Коробочка не продается от прибора? Ну и дальше что будет? А вот у него есть коробочка. У него есть коробочка. Ну, а вот я выкину. Нет. А сколько стоит коробочка? 150 гривен. Рабочий прибор. 64-й год. С паспортом, со схемой, даже с запасными частями. Кстати, у нас ступенчатые, это самое есть, скидочка хорошая на ступенчатые. Тихо-тихо, да. Серёжа, это нас будут в Ютубе уже показывать. Да не будут, если не хотите. Как? Да, знаю. Я в Беларуси заказал, не знаю, что там. Но это немецкая. Ну, что так, вроде ничего, да, Света? Да, кажется. Я смотрел когда-то, ну жаба дарит. Они у вас дорогие. Дешевые. Дешевые почем? Вот именно вот эта партия 120. А, понятно. Ну, это халява. Да. Так, что у нас тут? Резцы, да? И с вашей помощью проходные. Мы сделали рекламу. Под человек меня. Справа РУ приехал, Света ступенчатая покупал. О, говорит, я в Ютубе видел, что у вас продается. Цена хорошая, качество. Это вообще, блин. Халявная реклама. Другие за это деньги берут, я же да. Бесплатно. Я, да. Я говорил, поначалу коньяку стаканчик могу налить вам с удовольствием. Не, я же не употребляю. Так, и заказали мне радиусное. Есть? Что значит радиус? Это центровочное. Что значит ну, центровочное, у них здесь радиус. Я сам первый раз услышал, думал, что у меня браковано. А, когда-то у меня были такие, да, один раз. Нет, это... Они даже там, по-моему, внутризаводские. Народ увидел, говорит, где же взяли такие дефицитные? Да, это редко. Это из Италии, завод, по-моему, арсенал для себя. Я и токарем работал, я никогда не видел. Есть наборчик. А вон. Да, 150 гривен, двоечка. Так, сидорочки, сидорочки. Да. Бушные подешевле. Не, они все равно будут есть, разные, но подешевле нет. Цена. А потом одинаково. По 200 гривен в Германии. Это же немецкий. Это фреза поделили. Я похожими в пластике дырочки сверлил удобно. Не угодно, да. Затачивал дырочку. Маркировочка, Германия. Ну да, Игорь, пинцеты. Пинцеты советские? Да, да, но это технические цены. Понятно. Ну и цены, я так понял, халявные, да? Цены у меня вообще лучшие в Киеве. Нет, это... Почем такие? Ну, Китай хороший. 20 гривен. Фантастика. Это дешевка. Самое... Так, а что тут пишут? А знак качества? Конечно. Это знак качества нет. Инструмент измерительный. Это которые на сайтах крафта, они по 200, по 1000. Ну вот так, что еще не посмотрел. Всякая фигня.
2000, 180 гривен, сегодня под 120, не промаркировали они вот это вот место, просто нет надписи, поэтому цена закупочная, 120 гривен, пожалуйста. Люди берут по 3, по 5 штук, вот это. Вот сколько есть, их только будет эта цена, потом опять будет 200-180. Это чисто немецкий, я никуда не убираю, все время цена еще разная. Все как по-настоящему. Так. И люфта даже нету. А почем? 13. 13? Халява. О. Ящички. Все как. Все как у людей. Так, а движочек где-то там. Движочек в тумбочке. И всего 13. Класс. А где сервилочка? Я можу ты определить мотор? Він 220 чи отак? Коллектор. Ну, бачите, якщо є розетка, то значить вже 220, а це земля. Паспорту нету, да? А попробувати нема. Стоп. Похоже на авиационные. Да, этот на 27 вольт. Это 27? 10 тысяч оборотов, да, 27 вольт. У него еще должна быть сейчас муфта. Сняли ее, да? Где муфта? Прижималась тормоз. Да, то есть розетку не в тему, вилку не в тему. Это движок на 27 вольт, но тут что-то я смотрю. Что-то не доделали. Не то, что выстачает у меня дома. Это 27 вольт, это стопудово. Стопудово? Да, я знаю этот движок, мне чуть голову не оторвало. Я поставил этот самый луканит, он так крутанул и по уху дала. У меня сверлилка от него сделана. 10 тысяч? Да. Ну смотрите, сколько серебра. А золота нету? Нет. Это вот это серебро, да? Ну ковыряйте именно. Вот это грудь. А, вот да. Ну по идее посеребряная или серебряная. Ну все может быть, это же советская. А советская значит отличная. Тут карманов мало. Один. Один карман. Зачем вам на пляже карман? Ну как зачем? Телефон в одном. Вот есть темненький. А в другом второй телефон. Вот рыбацкая есть. Такая, посмотрите. Оп. Конечно. Вот такая. Не-не-не. Мне вот это понравилось, но один карман. Какая? Это. Вот один такая. Карман? Один карман, это ж никуда не годится. Я не знаю. Сейчас это классно, да? Что такой станочек токарный стоит? Дорого? Дорого. А сколько? Там есть черный пинок, есть пинок. Кирпичики. Русская народная. Там за неё поездок, это не стать, это не было. Еще силы для... Смотри, в телефоне классные, за Рено-Лимосе.